Если вдруг вот вам кажется, что длинный стебель и он вам не нужен, что мы делаем? Мы берем по косой. Вот большой стебель мы срезаем по косой. И лучше будет со вторым то же самое сделать. Потому что я сейчас на примере одного покажу, вы второй по аналогии делаете. Кончик можно чуть срезать. И у нас видна проволока. Что мы делаем? Наносим клей сюда. Так вот полностью все смазываем. Берем кусочек ткани, которая у нас осталась от нашего стебля. И вот таким вот образом лицевую сторону наружу мы приклеиваем. Хорошенечко прижимаем, чтобы все это плотненько здесь легло. И после по контуру срезаем. И таким образом мы с вами закрываем срезанную ножку. Но срезаем так, чтобы это было тоже красиво, а не просто так взяли и обрезали. Нужно просто подождать, чтобы она у вас прихватилась. Буквально там чуть подольше. Все это сглаживаем. Аккуратненько, чистенько получается.